So Roman Povolotsky from Two Real Life is our speaker. Let's give him a round of applause and welcome him. Do you have to push the button? Работает. Всем привет. Как уже сказал Дэвид, спасибо большое. Меня зовут Роман, и я работаю продюсером в компании Two Real Life. В первую очередь хотел бы поблагодарить всех коллег, прошлых, настоящих. Надеюсь, что будет еще много будущих коллег, потому что все мы понимаем, что разработка проекта – это очень сложное такое производство, в котором участвует большое количество абсолютно разных людей. Российский геймдев рулит. Я в этом неоднократно убеждался, потому что у меня есть в этом году уникальный опыт поездок на мировые конференции. Я убедился в том, что игры, которые делают в постсоветском пространстве – это одни из лучших игр, и в принципе это, наверное, то, чем мы можем конкурировать вообще с другими компаниями на мировом уровне. Сразу хочу сказать, что опыт в казуальных играх у меня невелик, потому что мне никогда не нравилась их законченность и коробочность. Я всегда видел какие-то изъяны, какие-то промахи, которые хотел исправить. Поэтому основной мой профиль – это разработка долгоживущих проектов, социальных и браузерок. Я думаю, что многие из вас знают, что в России есть такой специфический достаточно рынок, в котором большое количество компаний выпустило большое количество браузеров. Я думаю, что мы этим отличаемся очень сильно от других стран. Я постараюсь просто, понятно, доступно изложить основные проблемы и нюансы, которые встречаются у разработчиков после того, как они запустили свой проект. Собственно, об этом и будет мой доклад. В первую очередь надо, конечно, поговорить про планирование. Я думаю, что основные проблемы, которые мы встречаем в сорванных сроках, я думаю, что многим из вас этот нервяк знаком, когда мы пишем какие-то сроки, а потом мы их срываем, это всегда доставляет кучу головной боли. И я думаю, что основная проблема сорванных сроков и сорванного планирования – это низкое качество описания технических задач. Мы, когда начали анализировать коммуникации внутри команды, мы поняли, что надо разрабатывать какой-то регламент, потому что каждый раз, когда в техническом задании был какой-то термин, который можно трактовать двузначно, программист начинал это додумывать, в итоге мы не могли написать нормальные тест-кейсы, и все это превращалось в хаос. Мы провели достаточно серьезную работу и выявили некоторые моменты. Собственно, в первую очередь хотел бы сказать, что вам нужно изначально в проекте закладывать функционал, который может управляться только геймдизайнерами и только художниками. Это очень важный момент, потому что если у вас при обновлениях участвуют еще и программисты, то рано или поздно это может стать настоящей проблемой, потому что когда проекту год или два года, или, например, 8 лет, как у нас один из проектов есть, количество ошибок, которые возникают, оно прямо пропорционально количеству кода. Поэтому если вы изначально заложили в проекте фичи, которые управляются только геймдизайном и только художниками, это позволяет достаточно хорошо управлять этим проектом, потому что тайминг, когда вы на девелопменте выпускаете функционал, и тайминг, когда вы на работающем проекте, на котором несколько миллионов человек там играет, это на самом деле очень большая разница. Собственно, на графике я вам показал примерно пропорции, которые я считаю достаточно сбалансированными. То есть в самом начале проекта можно делать и контентные обновления, и функциональные, потом больше контента, потому что возникают длинные истории с багами, исследования, которые занимают кучу времени. Вы можете потратить месяц на тестирование какого-то функционала, а если пользователи не увидят обновления, то они будут думать, что проект мертвый. Поэтому в этот момент очень удобно делать вот такого рода контентные обновления. Игроки радуются, они видят новые картинки, и, соответственно, игра живет. Поэтому постарайтесь в самом начале заложить именно вот такой функционал как можно больше. Это позволит вам спокойно, прозрачно, без нервяков двигать этот проект дальше и разрабатывать его. Не могу обойти стороной продюсерский план, мой любимый документ. У вас должен быть обязательно в проекте человек, который понимает будущее этого проекта. Не должно быть ситуации, когда ваши решения являются продуктом брейншторма или еще чем-то, потому что на самом раннем этапе вам нужно уже сразу разговаривать с программистами о том, как это будет сделано. Вы должны с ними договариваться, потому что
В принципе, можно найти команду, которая может реализовать любую вашу идею. Но большой вопрос, насколько много сил вы в это вложите, потому что вы можете потратить огромное количество трудочасов, код может обрасти, как программисты это любят говорить, макаронным кодом, и в итоге вызовет это большое количество багов. Соответственно, если вы заранее планируете такого рода обновления, будущие проекты, это позволяет вам договариваться с коллегами, и вы получаете прозрачное планирование. То есть все люди понимают на производстве, к чему это все движется, программисты понимают, как это будет выглядеть через полгода, и это позволяет не распыляться, не использовать какие-то трюки, костыли, как это обычно называется. Самое главное – сделать это заранее. То есть чем более раннюю версию документа вы покажете программистам и художникам, тем более стройный проект у вас получится. Потому что на практике оказывается, что если нет понимания того, как будет выглядеть функционал через полгода, проект через полгода превращается просто в кашу. Это просто статистика. У меня порядка 25 запущенных проектов, и я прекрасно понимаю, что если у вас есть продюсерский план на 2 года вперед, то это всем очень сильно облегчает жизнь. И программистам, и художникам, и маркетингу. Все просто понимают, что происходит. Это очень круто. Когда запускаться? Интересный вопрос. Сразу скажу, что я ближе, наверное, к сервисам. То есть я не люблю, как я уже сказал, коробочные версии игр. И я считаю, что запускаться нужно, как только вы считаете, что нужно запускаться. Не нужно в этом плане ждать, когда произойдет какое-то волшебное событие, когда каждый человек из команды и тестеры скажут, что все отлично. Надо просто запускаться. То есть это момент, который должен происходить всегда, когда проект готов принимать пользователей. Чем более ранний запуск вы сделаете, тем больше фидбэков вы получите. Это очень важно. Потому что бывают такие нюансы, когда вы делаете, например, под одну аудиторию, получается совершенно под другую. И в этом плане, чем более ранний фидбэк вы соберете, например, делали игру для мужчин, получилось, что в нее играют женщины. То есть это сразу же влияет и на контент, который вы делаете, и на планы, которые вы выстроили. Поэтому запускайтесь как можно чаще. У вас всегда должна быть в этом плане четкая оценка того, что как только проект готов принимать людей, он должен быть запущен, он должен быть показан в каталогах, люди должны смотреть, играть и писать вам фидбэки. Веселый график. Я думаю, что все, в принципе, хотят на своих проектах видеть именно такой график, когда деньги растут вместе с пользователями. Я считаю, что это чуть ли не идеальный проект, когда у нас есть восходящие тренды по возвратам, пользователям все нравится, у нас есть положительные конверсии в активную аудиторию. И в этом плане очень важно понимать, что нужно себя считать. Я сейчас имею в виду в первую очередь собственный анализ, анализ самого проекта. Когда вы запустили продукт, возникают некоторые тренды в некоторых игровых активностях. К примеру, просто я из области RPG, и RPG – это обычные игры, в которых пользователь может как в PvP играть, так и в PvE, выполнять различные квесты, профессии. В этом плане вам нужно понять, что именно хочет ваш игрок. Бывают такие ситуации, когда вы закладывали основную монетизацию на PvP, а оказалось, что 70% игрового времени люди тратят на PvE. Это значит, что такую активность явно надо монетизировать, создавать какие-то ограничители и так далее. Собственно, один из ключей такого серьезного успеха – это популяризация внутриигровой валюты. Мы, когда поняли, что надо сыпать халявы как можно больше игроку на старте, мы поняли, что время первой сессии стало увеличиваться до получаса. То есть в самом начале у нас было примерно 5 минут, когда человек приходил, смотрел на игрушку, понимал, что она ему нравится, закрывал вкладку и возвращался на следующий день. Когда мы стали ему сыпать халявы на полчаса, то мы поняли, что, во-первых, время прямо влияет на доходы, то есть чем больше человек сидит в игре, тем больше вероятность того, что вы его сможете монетизировать. Поэтому не жалейте валюту, не жалейте подарков. Человек должен понимать, что это мир, в котором он может себе позволить больше, чем он, собственно, может себе позволить в реальной жизни. И в этом плане вам нужно показать все, на что способен ваш продукт. Я встречал неоднократно компании, которые достигают пика монетизации своих пользователей на 5-й, на 6-й месяц геймплея. Это настоящая проблема, потому что
Я считаю, что игрок должен четко сразу понимать, что есть суть этого проекта. Он должен прийти, пусть он будет какой-то неказистый этот проект, потому что, может быть, у вас не хватило денег на красивые картинки, но основной контент, основной функционал человек должен видеть сразу. Постарайтесь ему объяснить это все на прозрачном, понятном уровне, не усложняйте этот вход. И постоянно анализируйте аудиторию. Все эти фидбэки вам позволят выстроить вот такого рода тренды. Собственно, для того, чтобы их правильно выстроить, мы применяем систему порогов. Я вам сейчас про нее расскажу. Это, по сути, промер каждого шага после того, как пользователь приходит на страничку вашей игры. То есть мы берем все события, которые игрок получает, и мы понимаем, что существуют потери. С каждым следующим событием, которое встречает игрок, есть вероятность того, что вы его потеряете. Пороговые графики могут выглядеть совершенно разно. Бывают конверсии из, например, 100% пользователей, которые пришло на стартовую страницу вашего проекта, 1% всего лишь становится активными игроками. Суть этой пороговой модели заключается в том, что она очень наглядно показывает ваши основные проблемы. Надо понимать, что чем более ранний порог вы правите, тем больше пользователей пройдет внутрь проекта. У нас есть такой интересный момент, мы его замеряли. Это в обучалке, в туториале мы сделали слабо заметную кнопочку «Далее». Из-за этого мы теряли на самом раннем пороге примерно 20% человек. Они просто банально не видели эту кнопку. Если вы выстроите этот порог на своем проекте, если вы внимательно на него посмотрите, скорее всего, вы сразу увидите основные проблемы. То есть либо это проблема какого-нибудь технического характера в самом начале, может быть, это проблема геймдизайнерского характера, потому что люди не понимают, где дальше делать, где дальше кликать. И в принципе, если вы начнете простраивать эти графики от времени, например, вы заметили, что у вас какая-то проблема на первом уровне персонажа, исправили эту ситуацию, построили заново график, в течение месяца вы увидите сразу рост. На практике это примерно, ну вот чтобы было понятно, можно исправить ситуацию в десятки раз. То есть банальная кнопка «Далее», которая стала мигать у нас и подсказывать игроку, что нужно нажать именно на нее, подняла вот примерно вот так вот весь этот график. То есть это распространяется, естественно, и на монетизацию также. То есть человек должен четко понимать, что ему дальше делать в этом проекте. И пороговая система в этом плане очень хорошо помогает понять, где у пользователя основной затык. Мы такой график строим примерно раз в месяц, и весь функционал, который у нас есть, он жестко модерируется на предмет таких конверсий. Серьезная проблема, если у вас плохая конверсия в активных пользователей. Маркетинговые бюджеты обычно находятся на внешней стороне продукта и не учитывают то, что все новые люди, которые приходят в ваш проект, должны все-таки стать вашими пользователями. Я думаю, что в первую очередь существует большое количество проблем, когда человек видит одну картинку в рекламе, приходит на другую картинку в рекламе. У нас есть несколько достаточно старых проектов, и мы заметили, что тизер в виде красивой графики или красивого видео, который ведет на картинку, которая, например, 5-летней давности, очень разочаровывает пользователя. То есть человек приходит уже, он себя изначально чувствует обманутым. Поэтому постарайтесь в самом начале сделать так, чтобы человек сразу понял, о чем этот проект. Может быть, он нишевой, никто не говорит, что он должен быть какой-нибудь мегапопулярный, про любую там демографию или любое геотаргетинг, это не важно. Самое главное, человек должен сразу понять, что в этой игре его. Если вы это ему покажете, с очень большой долей вероятности он станет вашим человеком. Если вы это спрячете, если вы скажете, что этот контент человек увидит, например, через 3 месяца игры, то есть большая вероятность, что вы потеряете своего пользователя. То есть в этом плане надо понимать, что большое количество квестов различных или других каких-то видов игровой активности обычно замыливает взгляд игрока, и мы до конца не понимаем, кто этот пользователь. Соответственно, я думаю, что в первую очередь надо понимать, что есть возвраты. У нас есть теория, согласно которой стратегии в рекламе, на которых есть максимальное количество возвратов, и есть та аудитория, в которую попал проект. То есть мы стараемся сделать селекцию из максимально большого количества стратегий. И те из них, в которых мы видим, что пользователи возвращаются, мы понимаем, что этот поток наш, и мы начинаем его анализировать.
Соответственно, если вы экстраполируете эти данные на нишевую часть на локальном рынке, вы поймете, кто есть вообще потенциально ваша аудитория. Например, если это девочки в возрасте от 12 до 16 лет, то, соответственно, есть их какое-то количество в социальной сети. Вы можете мобилизовать весь свой маркетинг на то, чтобы найти именно этого пользователя. И как следствие вы получите большое количество активной аудитории. Борьба с багами. Баги вечны. Есть такая тема. Я считаю, что баги – это такое зло, которое постоянно сопровождает любой проект. И важно понимать, что чем больше ваш проект, тем больше в нем багов. Есть такая теория, что вероятность нахождения ошибки прямо пропорциональна длительности оперирования проекта и количеству в ней кода. Мы поняли, что существует 4 категории багов, которые мы в случае обнаружения сразу начинаем ликвидировать. Это ошибки авторизации, это ошибки регистрации, биллинга и эксплойты. Про последнее расскажу отдельно. Это самый злой баг, потому что обычно это не выглядит как техническая ошибка. Какой-нибудь геймдизайнер, у которого в голове нет понимания от того, какая нагрузка лежит на его решениях, сделал генерацию внутриигровой валюты у вас в системе. Что обычно происходит? Пользователь никому об этом не напишет. Он никому не скажет, что у меня появилось 100 500 бриллиантов, и, соответственно, вы об этой ситуации не узнаете. Когда вы ее обнаружите, это будет отдельная история, как вы будете с ней бороться. Но каждый геймдизайнер, который сидит у вас на производстве, должен понимать, что он на самом деле и стоит за монетизацией. Тот функционал, который мы делаем, это в первую очередь фичи, которые позволяют нам монетизировать пользователей. Если у вас существуют эксплойты, то это может сказываться настолько серьезно на доходах проекта, что вы себе даже представить не можете. У нас был эксплойт, после исправления которого мы подняли доходы проекта в 2 раза. Это просто было на уровне того, что геймдизайнер забыл сделать ограничения в квесте. И все. И пользователи, соответственно, без требований начали генерировать себе внутриигровую валюту. Прошло 3 дня, система обросла профицитом в виде внутриигровой валюты, и мы потом еще несколько месяцев выводили, собственно, этот контент. Поэтому, если у вас все тихо, если вы видите, что комьюнити молчит, то есть смысл задуматься, почему оно молчит. Наверное, надо посмотреть в проект, и, наверное, у вас там есть какие-то проблемы. Мы даже заметили такую тему, что если мы выкладываем какое-то обновление, которое хорошо монетизирует пользователей, то пользователи сразу начинают об этом кричать. Причем больше всего кричат те, кто больше всех платит. Это прямо такая интересная статистика. Собственно, не забывайте о том, что на работающем проекте нужно держать в тонусе программистов, нужно держать в тонусе отдел контроля качества, если он у вас существует, на предмет проверки критических багов после обновлений. Как только сделали обновление, сразу необходимо пройтись и по регистрационным всем, соответственно, механизмам по авторизации, по биллингу и так далее. Мы, например, как только понимаем, что у нас такие баги есть, мы останавливаем производство до тех пор, пока не будут такие баги устранены. У нас даже есть такой термин «pizza time». Это когда обновление происходит в четверг. В четверг мы понимаем, что следующий день, пятница, это единственный день, когда мы это можем исправить. Выкатываем это на боевую нагрузку. У нас на проекте «Небеса» примерно 25 тысяч конкурентные онлайн. И мы понимаем, что все падает. Все, если все падает, соответственно, мы это правим. Не забывайте, сервис стабилен, стабильный залог качества. Пользователи это понимают и ценят. Есть еще очень важный нюанс. Поощряйте людей за ваши ошибки, поощряйте пользователей. Если у вас возникла какая-то проблема в проекте, дайте пользователям халявы. Просто дайте им халявы. Они это оценят. Они поймут, что это ваш goodwill по отношению к людям, которые ждут этот проект, которые троллят модераторов на форумах и всячески хотят вернуться. Мы такое количество халявы выдали, что у нас был случай во ВКонтакте, когда примерно несколько тысяч человек хотело, чтобы у нас завалился проект. То есть они сидели, ждали, когда проект упадет, чтобы получить очередную порцию халявы. И таким образом мы даже отсутствие рабочей версии сервера, мы тем не менее создаем некоторую активность для пользователей, они не уходят из проекта. Я считаю, что вот это идеальный график. Если мы
популяризуем какую-то игровую валюту, то надо понимать, что мы себя ведем, как, наверное, продавцы кофе или чая. То есть мы на самом-то деле продаем воздух. Я считаю, что есть смысл в самом начале дать пользователю, привить у пользователя ощущение возможности, которое создается за счет большого количества внутриигрового контента. То есть вы должны дать много денег, вы должны дать много предметов, много видов активности, чтобы человек привык к этому. После того, как он к этому привык, вы уже можете его спокойно монетизировать. То есть если вы медленно, но верно выводите этот график на дефицит, то вы увидите, что пользователи начинают компенсировать этот дефицит своими расходами в виде реальных денег. Единственное, что это надо делать аккуратно, потому что не должно быть ситуации, мы ее называем ситуация ноль. Это когда человек, скажем так, спустя несколько месяцев игры пользователь понимает, что он запорол своего персонажа. Все. То есть он либо неправильно у него характеристики разложил, либо неправильно провел экономический расчет своего персонажа. Это на самом деле настоящее зло. У человека всегда в игре должна быть возможность вернуться к бесплатному геймплею. Собственно, вот этот график – это и есть то, что называется free-to-play. Это то, почему free-to-play игры монетизируются гораздо лучше. Потому что если вы говорите, что для того, чтобы поиграть в мою игру, надо $5, вы найдете ту аудиторию, которая в состоянии платить $5. Если вы сделаете так, что вашу игру можно платить $1 000 000, $30 000, то найдутся люди, которые за это заплатят. У нас есть большое количество игроков, которые тратят по $500 000 и так далее. И мы этого добились только за счет того, что мы объяснили, что есть основная дефицитная часть нашего проекта. Человек привыкает к тому, что он это тратит, после этого он начинает уже конвертироваться в деньги. Этот график на самом деле достаточно просто строится, если вы возьмете игровое время персонажа, или кто там у вас есть, разложите его на полгода жизни и увидите, какое количество денег он потребляет, какое количество денег он тратит. Соответственно, в те моменты, в которые он тратит больше всего, вам есть смысл там нагнетать эту ситуацию тем, что увеличиваете количество видов активности в этом направлении. Очень хороший фидбэк генерируют сами игроки. Я на практике сталкивался с очень интересными пользователями. У меня было два кандидата математических наук и один доктор экономических наук, с которым мы как-то, сидя за чаем, общались про проблемы в проекте. Я считаю, что пользователь всегда умнее нас. Он, в отличие от нас, не думает про маркетинг, не думает про сроки, про планирование, про приоритеты. Ему на самом деле все равно. Он воспринимает эту игру как развлечение, как сервис. И в этом плане мы убедились в том, что пользователи генерируют самые честные фидбэки. Они не предвзяты, они за то, чтобы этот проект был хорошим и рабочим. И такого рода фидбэки на самом деле очень хорошо помогают, потому что невозможно протестировать все. Я не знаю, какое количество людей присутствует в зале, у которых есть проекты, которым по несколько лет, но на практике могу вам сказать, что у нас есть порядка 140 человек-модераторов, и примерно 4000 писем в месяц мы обрабатываем на предмет ошибок. Мы прекрасно понимаем, что пользователю это интересно и так. Мы единственное, что объяснили им, как присылать нам эти фидбэки, объяснили, что самое главное это не сказать, что у меня есть баг, это его четко идентифицировать. 100% воспроизведение бага позволяет программисту очень быстро найти эту ошибку и устранить. Поэтому мы к этому активно привлекаем пользователей, активно их поощряем, платим им внутриигровую валюту, и они на самом деле, чтобы было понятно, у нас примерно 70 человек-тестеров на аутсорсе, и при этом мы им платим игровую валюту. Я считаю, что это прекрасно. В офисе сидит только два человека, которые просто-напросто это обрабатывают, соответственно, ищут какие-то закономерности, добиваются воспроизведения этих багов, дальше запаковывают это все тикеты и отправляют на отдел программирования. Все очень быстро происходит. Начиная от стилистических ошибок, которые нашел у вас журналист-игрок, и заканчивая какими-то техническими проблемами, это все решается пользователями очень хорошо, причем бесплатно. Честная статистика. Неоднократно встречал разработчиков, которые оперируют такими цифрами, как оборот. Я вообще не понимаю, что такое оборот. Я понимаю, что такое прибыль. Прибыль – это когда ты отдал все деньги уже издателю, ты отдал все деньги соцсети, и у тебя осталась прибыль. Вот это честная статистика.
Неоднократно встречал разработчиков, которые в разговорах со своими владельцами компаний, создателями, допускают себе, скажем так, возможность выражаться неясно по поводу действительной ситуации их проекта. Надо трезво смотреть на статистику, надо трезво смотреть на то, что количество пользователей, которые у вас играют каждый день, невозможно поддерживать без рекламы. Существует такая история, когда если у вас положительный тренд, если у вас пользователей приходящих больше, чем пользователей уходящих, надо понимать, что это когда-то закончится, эту нишу вы когда-то выработаете. Возможно, вам есть смысл это притормозить. Кроме того, когда мы говорим про честную статистику, в первую очередь надо понимать, что у каждой соцсети есть свой тайминг по выплатам. Инвесторы часто этого не понимают. Они думают, что окей, мы поставили рекорд по доходам. На самом деле всем должно быть понятно, что этот рекорд по доходам в соцсетях мы увидим спустя 2, а то и 3 месяца. Я слышал истории про Android, на котором разработчики видят деньги и через полгода. Поэтому если вы такую информацию качественно доносите до владельцев компании, у вас не возникнет проблем, потому что обычно мы-то думаем, что деньги уже пришли, а на самом деле они там где-то еще идут, эти деньги. И возникает огромное количество проблем, если топ-менеджмент в компании, включая владельцев, этого не понимает. Это обязательно надо объяснить. Комьюнити. Я считаю, что комьюнити – это ключ к успеху. Невозможно работать с продуктом, если вы не понимаете, а что он есть для игроков на самом деле. Вот здесь на самом деле уникальный совершенно график, в котором мы выполнили огромное количество бизнес-задач. Обратите внимание, во-первых, мы дали возможность пользователям выбрать будущее проекта. Во-вторых, мы дали им возможность выбрать акцию, которую они считают самую популярную. В-третьих, мы их уже готовим к тому, что они будут за эту акцию платить. То есть те люди, которые проголосовали, они уже на самом деле осознают то, что они готовы в это вложить денег. И они уже это ожидают. Никто не мешает нам выпустить сразу 4 акции или выпустить их по очереди. Мы их всех методично монетизируем. Но если вы понимаете, как работает ваша комьюнити, если у вас с ними есть диалог, то я считаю, что это ключ к успеху. Потому что такого рода акции – это в первую очередь приобщение человека к вашему продукту. Он его начинает воспринимать как свой, он начинает его защищать. Он начинает в семье ругаться, когда его, там, например, мужчина-жена там с компьютера, значит, отбивает, говорит, идем там домашними делами займись, а он там сидит, играет. Это очень важно. Такие случаи – это на самом деле показатель того, что проект живой, проект растет. Мы всячески поощряем различные такого рода коммуникационные моменты. У нас даже есть интересный прецедент, когда на, значит, арене в PvP парень с девушкой жестко закусились, он, значит, ее победил, потом ему стало стыдно, он приехал из России в Украину, отбил ее от мужа, перевез, значит, в Москву, и теперь они ждут ребенка. Вот такие вот моменты – это на самом деле success story. То есть это обязательно надо показывать. Люди, которые играют в вашу игру, должны понимать, что они не одиноки. Они должны видеть других игроков, они должны коммуницировать, они должны общаться про ваш продукт. Как только они начинают общаться, они начинают привлекать вам новых людей. Ну вот представьте, сидит человек, играет дома. Он как минимум уже вирален, потому что вокруг него ходят какие-то люди. Мы прекрасно понимаем, что если игра аддиктивна, если сидит мужчина и играет, то рано или поздно он подсадит на нее свою жену. Это однозначно. Поэтому старайтесь всячески мотивировать комьюнити, создавайте акции, давайте пользователям возможность выбрать будущее вашего проекта, и тогда они будут воспринимать этот проект как часть себя, тогда они будут его отстаивать, тогда на всевозможные выставки вы можете просто им написать: «Ребят, у нас будет стенд на выставке, приходите». И туда придет несколько сот человек, которые просто наденут майки вашего проекта, и вы увидите, что у вас есть бесплатный пиар. Это очень круто. Обновление. Обновление – это как равномерное дыхание, я считаю. То есть когда мы запускаем очередное обновление, надо понимать, что это настоящий информационный повод. Есть люди, которые ждут эти обновления. Если вы заранее рассказываете пользователям, что их ждет, это как тизер, это как какое-то превью фильма, который вы очень давно ждете. И тогда человек готов прийти в ваш проект. Старайтесь заранее объяснять пользователям, что их ждет. Тогда у них не возникнет ощущения того, что ими манипулируют. Это очень важно.
потому что никому не нравится, что ими манипулируют, никому не нравится, что их ставят перед фактом того, что вот теперь вот так. Есть в обновлениях достаточно серьезные нюансы. Во-первых, игрок не должен после отпуска приехать в игру, в которой он был на вершине списка и стал внизу списка. Не позволяйте себе менять систему таким сильным образом, потому что человек обычно, если он видит, что обновления несут в себе системный характер, то он уже вкладывает в проект деньги, потому что он ему доверяет. Старайтесь обновлениями развить кредит доверия по отношению к пользователю. Если вы заранее обсуждаете с ними, какие обновления существуют, вы повышаете ожидаемость этих обновлений, в том числе акции, между прочим. То есть мы когда стали говорить: уважаемые игроки, в нашей игре через 2 недели будет огромная распродажа. Какие плюсы от такого подхода? Во-первых, пользователи начинают уже в голове откладывать какие-то деньги. Во-вторых, они уже готовы к тому, что их будут монетизировать. В-третьих, они понимают, каким образом. Итого, в день обновления, когда вы говорите пользователям: теперь мы будем вас монетизировать таким вот образом, они приходят в игру, и вы их спокойно монетизируете. Обычно это дает примерно в 3 раза больше эффект, чем вы делаете обновление без оповещения. Кроме того, не забывайте про ретеншн. Мы не часто делаем таргетинг на наших собственных пользователей, которые, например, имеют у себя в установках наше приложение, но при этом они давно в него не играют. Таргетируйте, говорите им о том, что есть большое обновление. Всячески поддерживайте эту информационную политику, и тогда люди будут знать, что проект живет. Может быть, человек нашел какую-то более интересную игру, чем вашу, но когда он видит этот информационный повод, он вернется в ваш проект. Это ваш актив, по сути. Монетизация. Прекрасный персонаж. Мы над этим старцем достаточно долго думали, какой образ должен быть у монетизации. У нас большое количество пользователей хочет ему набить лицо, потому что он каждый раз они его видят. Как только они хотят что-то купить, они видят вот этого человека, который им говорит: давайте я вам что-нибудь продам. И они его просто лютой ненавистью ненавидят. Я думаю, что мы рано или поздно сделаем его в виде монстра, которого можно победить и с него сорвать какой-нибудь куш. Собственно, основная история монетизации, как я уже сказал, заключается в дефиците. Нет никакого смысла делать какой-то контент, который продается исключительно за реальную валюту. Наоборот, есть смысл монетизировать время. Постарайтесь доступно и понятно объяснить человеку, каким образом он экономит это время. К примеру, можно 2 часа ковать меч или заплатить 25 рублей и не ковать 2 часа. Такого рода моменты, если вы сделаете их прозрачными, позволят вас монетизировать самое простое, что есть – экономию времени. Никому не нравится фермерство. Это просто момент, который все должны четко понимать. Никому не нравится делать одинаковые клики, никому не нравится делать однотипные движения. Всем нравится получать сразу. Вот это «получать сразу» – это и есть на самом деле основная монетизация. Дайте возможность пользователям сэкономить свое время, и они будут его экономить. К примеру, для того, чтобы построить клановый остров, нужно, чтобы 50 человек ковыряло пещеру в течение 1,5 года. Или заплатить 500 000 рублей. Прекрасный подход. Все понимают, что либо они работают на внутриигровую там, эту валюту и, соответственно, ее собирают, либо какой-нибудь человек может просто взять и купить это время. Это очень важно. Если вы это доступно объясните игрокам, то монетизация в вашем проекте, поверьте, будет очень серьезная. Вот такого рода подход – это от 5, от 6 даже процентов плательщиков к активной аудитории. До 20%, между прочим. То есть если люди понимают, что они экономят свое время, не их просто жестко монетизируют, вот меч, который за 50 рублей, который лучше, чем меч, который за игровую валюту, а делай меч, в любом случае ты можешь его получить бесплатно, это free-to-play, но сэкономим время. 20% плательщиков. История про «не распыляйтесь» очень важная, потому что обычно, когда проходит какое-то время, мы понимаем, что существуют в игре такие нюансы, которые уже невозможно исправить, потому что это уже система, у которой есть история. Нельзя брать и ломать ту конструкцию, которая получилась в итоге. Вы никогда не сможете сказать, во что превратилась ваша РПГ или во что превратился ваш, там, я не знаю, казуальный продукт. Это невозможно, потому что, во-первых, есть внутриигровая инфляция. Во-вторых, есть инфляция контента. Проект,
спустя 2-3 года представляет из себя совершенно другой проект, чем вы его закладывали изначально. У пользователей на руках есть огромное количество ресурсов, с этим надо бороться. Нужно понимать, что пользователи должны иметь возможность вывести все это количество ресурсов, и вы должны постоянно держать их в этом плане в тонусе. Соответственно, в первую очередь надо понимать, что программистам не нравится выполнять маркетинговые задачи. Это просто история, которая делает их несчастными. Правда, я неоднократно разговаривал с программистами на эту тему, им очень нравится работать в технологичной компании. Как только вы чувствуете, что у вас проект готов переходить на саппорт, как только вы понимаете, что вы можете силами отдела геймдизайна, арт-отдела и комьюнити-отдела сопровождать проект, дайте возможность программистам сделать нечто новое. Всячески их мотивируйте. У них должны быть люди, другие программисты, которые так же, как и они, с горящими глазами понимают, в чем их достижение. И я, к примеру, не могу ни строчки кода написать. Но я понимаю, что если у меня один программист подходит к другому и говорит, я такую там фигню сделал, ты бы вообще посмотри на это. И они просто это начинают обсуждать, и я понимаю, что это то, что очень важно для них. Соответственно, как только вы понимаете, что вам есть смысл заложить новый продукт, вам есть смысл сделать реюз технологии, вам есть смысл снять ресурсы с продукта и оставить его на саппорте и сделать девелопмент нового продукта, делайте. Это очень важно. Но не делайте этого в процессе. Не позволяйте себе делать 3 новых проекта, когда у вас есть один, и этот один еще не приносит денег. Это всегда приводит к тому, что вы снимаете ресурсы с продукта, который находится в оперировании, и приводит это иногда к печальным последствиям, потому что все-таки надо доделывать. Нельзя оставлять проект на оперировании, если он не приносит денег. Обязательно его надо доделать. А у меня следующий слайд не загружается. Это ужасно. А на самом деле все просто. Я хотел рассказать вам, что всему должен быть залог, здравый смысл. Не позволяйте себе случайных решений. Не позволяйте себе внедрять функционал, который явился результатом брейншторма. Это недопустимо. Вы всегда должны иметь возможность честно в лицо сказать своим потребителям, зачем вы это сделали. Если вы это сделали случайно, это большая проблема, потому что пользователям очень не нравится, когда им манипулируют. Даже если вам нужно сделать жесткие репрессии, даже если вам нужно сделать жесткий тюнинг экономики, вы должны понимать, как вы будете смотреть в глаза вашему игроку и что вы ему при этом скажете. Это очень важный нюанс на самом деле. Я неоднократно встречал проекты, которые в одностороннем режиме просто информируют, вещают на пользователях о том, что мы сделали такое-то обновление, и не занимаются тем, что а какие были настоящие причины. Когда человек, который играет в проект, понимает, что были какие-то странные причины и что игра стала хуже, это может привести к тому, что большое количество людей это поймет. Кроме того, не забывайте, существует достаточно прозрачное правило 80-20. 80% пользователей приносит всего лишь 20% дохода. И 20% пользователей приносит 80% дохода. И обычно это VIP-ы, то есть это люди, которые привыкли тратить много денег не только в игры. И когда им, этим взрослым мужчинам, которые сидят в министерствах, которые тоже играют в наши игрушки, которые мы делаем, когда ими начинают манипулировать, они уходят. Ушло 20% пользователей, которые приносят 80% дохода, вы понимаете, что происходит с доходами проекта. Поэтому всему должен быть залог здравый смысл. На самом деле у меня все. Спасибо большое, что вы меня выслушали. Моя речь была в основном для начинающих разработчиков. И у меня есть отличный подарок в виде отличного блокнота за лучший вопрос. Thank you, Roman. I think that presentation could have been entitled How to Avoid the Top 500 Mistakes That Free-to-Play Developers Make. Sorry, can you talk again? You want me to talk in Russian? No, you don't want me to talk in Russian. I said your presentation could have been titled How to Avoid the Top 500 Mistakes That Free-to-Play that New Free-to-Play Developers Make. It was an excellent presentation. Thank you. Oh, thank you very much. Any questions for Roman? Можно такой вопрос? Насколько влияет частота обновлений на лояльность пользователей и на качество монетизации?
Идеальный ритм – это одно обновление в неделю. Если делать его чаще, пользователи чувствуют, что это проект, в котором слишком много изменений. Существует достаточно большая аудитория консервативных людей от 35 лет и старше, которым не нравятся быстрые изменения. Поэтому на практике мы выявили одно обновление в неделю, очень аккуратное. Если мы понимаем, что мы делаем серьезное обновление, которое приводит к серьезным последствиям, мы его анонсируем за месяц. Потому что есть большой риск того, что огромное количество пользователей просто банально будут с этим обновлением не согласны. И тогда у вас будет дилемма, что делать. Либо откатывать обновление, либо терпеть этот троллинг на сайтах, и, собственно, вас затроллят. Потому что пользователей больше, чем вас всегда. Поэтому раз в неделю отлично. А влияет на монетизацию, конечно. Если вы используете анонсирование, отлично влияет на монетизацию. Люди понимают, что у них зарплата там у кого-то 5 числа, у кого-то 15 числа. Если вы им скажете, что у нас будет обновление 17 числа, в котором будут какие-то ивенты на монетизацию, они получат зарплату, отложат там несколько тысяч рублей или долларов и заплатят в тот момент, когда будет ивент. Работает, проверено. Есть ли опыт, когда обновление повышало монетизацию игры в два раза и при этом не нравилось пользователям? Например, введение артефактов или других дорогих продуктов в игре? Да, есть такой опыт. Мало того, могу сказать, что когда мы понимаем, что обновление игрокам не понравится, потому что придется много платить, мы же всегда понимаем, что если делается обновление, в котором много платить, будет много криков на форумах. Мы его заранее выкатываем, этот анонс. Налаживаем диалог с пользователями, объясняем им причины таких обновлений, собственно, настоящий смысл, потому что они не всегда понимают, почему это происходит. Бывает так, что у вас есть экономический дисбаланс, который надо исправить, а для пользователя это потеря денег. И это надо объяснять, что экономика становится здоровая. Соответственно, когда мы понимаем, что это обновление будет жесткое и оно направлено жестко на монетизацию, мы об этом честно говорим игрокам. Уважаемые игроки, через месяц наша система будет выглядеть вот так. Мы готовы выслушать все ваши комментарии. Они высказывают все свои идеи, мы это обсуждаем. В итоге мы делаем мягкое обновление, к которому, во-первых, все готовы. Во-вторых, мы основных лидеров мнения убедили в том, что это надо, объяснили им причины. И они уже сами другим пользователям, которые там троллят нас на сайтах, объясняют, что все хорошо, ребят. И когда мы такое обновление выкатываем, да, все рады, все довольны, повышается монетизация, все отлично. Have you ever had an experience where you took some feedback from a player from the forums and then made an update and found out that the players who weren't talking, the silent majority of players, didn't like it? Мы выявляем постоянно лидеров мнений. Существует такая достаточно простая конструкция, когда находите людей, которые стоят во главе вашего комьюнити, общаетесь именно с этими людьми и влияете на все комьюнити. Постарайтесь таких людей просто найти. Это очень сильно облегчает работу со всем комьюнити. Обычно это главы топовых кланов, это игроки, у которых самое большое время жизни, это настоящие хардкорщики. С ними просто надо общаться, и тогда они всем остальным игрокам будут объяснять вашу идею. Извините, а вы не считаете монетизацию времени все-таки великим злом? Я считаю, что если игра не приносит опыт, который можно использовать в реальной жизни, то вот это зло. Моя основная задача по жизни – делать проекты, которые позволят людям использовать какой-то экспириенс в реальной жизни. Монетизация времени – это как монетизация фильма. Человек приходит в кино посмотреть фильм, его монетизируют через билет. Человек приходит в игру посидеть, поиграть, его монетизируют через контент. В чем зло? Не знаю. Каждый готов платить столько, сколько хочет за тот контент. Вот здесь вот есть, например, представители компаний, в которых есть игрушки, в которых есть люди, которые платят очень много денег за то, что им просто это нравится. Почему бы их не монетизировать? Кому-то нравится Audi, кому-то нравится Mercedes, кому-то Lamborghini Gallardo. Это зло? Нет. Зло, потому что, в принципе, время – это самое важное, что у человека есть, и он меньше хочет ждать. Ну так в этом и смысл бизнеса, потому что людям вообще-то не нравится ждать. Просто это надо объяснить.
Обычно разработчики это не объясняют. То есть они ставят человека перед фактом. Вот либо ты делаешь вот так, либо платишь. А на самом деле, если человека мягко к этому подвести, просто объяснить, что вот смотрите, вот есть у вас время, у вас есть игровой процесс. Вы можете тратить время на интересный игровой процесс. Или вы банкир, и вам неинтересно тратить свое время, и вы готовы несколько тысяч долларов положить в игру, чтобы сэкономить месяц игры. Потому что у вас на самом деле игровой процесс совершенно другой. Кому-то очень интересно собирать ресурсы в каких-то квестах и делать меч, а кому-то, понимаете, интересно взять этот меч и рубить головы. И просто ему надо дать эту возможность сделать это быстро. Потому что он пришел за этим в игру. Взять в руки меч и отрубить кому-нибудь голову. Вот у меня будет такой вопрос по поводу, как найти лидера комьюнити. Делали ли вы такие варианты, то есть, ну, изначально анонсируя то, что вы готовы, ну, поступиться, чем вы готовы. То есть, ну, грубо говоря, анонсировать 5 изменений, а ввести 3. И изначально конечно, на это рассчитывать. Мало того, если мы понимаем, что у нас есть горькая пилюлька, которую все-таки придется сделать, конечно, ее надо давать со сладкой. А вообще я вам могу сказать, что лидеры мнения обычно вас находят сами. Просто нужно создавать какие-то моменты, которые позволят им появиться. Если у вас есть, например, стена во ВКонтакте или, я не знаю, в Фейсбуке или в Одноклассниках, то лидер мнений, он всегда там. Лидер мнений всегда к вам придет и скажет, что такое. Обычно они все сидят в бане, потому что они модераторам жестко по пунктам объясняют, почему игра плохая. Модераторам это очень не нравится, их банят. Я, наверное, 90% лидеров мнений лично вытаскивал из бана, потому что они… Ну, вы можете себе представить, сидит кандидат экономических наук. Он пишет, вы понимаете, что вы сделали фигню. Ему модератор, который молодой человек, 18 лет, отвечает, обсуждение действий администрации и модерации, бан там на пожизненно. Окей, человек ушел в бан. А на самом деле просто с такими людьми очень тяжело общаться, поэтому нужно выстроить диалог. Если у вас есть диалог, они к вам придут сами. Я сам лично сопровождаю каждого лидера мнения. У нас их в каждом проекте по несколько человек, и мы считаем, что это адвокаты комьюнити. Мы думаем, что у комьюнити должен быть адвокат. Мы считаем, что кто-то должен защищать интересы. Почему нет? Это customer support. Но у нас есть прецеденты, когда мы откатывали обновления, правда. У нас такой прецедент не один раз и не два был, когда там 80% человек проголосовало против обновления, и мы его откатывали. Но опять же, в этом плане главное откатить, потому что когда пользователи видят, что игровое пространство меняется согласно их правилам, они понимают, что этому проекту можно доверять. Только такой проект растет. Если вы с ними обращаетесь как… с сухим потребителем, как со статистикой, то им это не нравится, они уходят. Если вы с ними ведете диалог, они остаются, они верят в этот проект, они верят вам. Они вкладывают деньги даже тогда, когда не во что вкладывать, потому что им просто нравится это отношение. Это как нормальный сервис. Вы приходите в кафе, в котором вам мило улыбаются, быстро приносят кофе и делают еще сердечко там сверху. Вот и как бы в этом весь смысл жизни, я считаю. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к играм, которые монетизируют в основном не время, а, грубо говоря, понты, то есть позволяют возникнуть прослойки людей, как в частности в Алодах онлайн, которые за огромные деньги создают игровой дисбаланс таким образом, что рядовой игрок никогда не сможет достичь десятой доли того, что могут эти люди ни физически, ни в плане каких-то доспехов, времени, банально силы персонажа? Ну, во-первых, должен сказать, что Алоды онлайн – прекрасный проект. А, во-вторых, я считаю, что в этом нет совершенно никакой проблемы, потому что дисбаланс вообще-то приносит деньги. Это как, знаете, «Кинзадза» есть такой фильм, что там цветовая дифференциация штанов и все такое. В играх должны быть люди, которые отрубают головы обычно больше, чем все остальные. Обычно они вкладывают больше, чем все остальные. Соответственно, самое главное, чтобы не было ситуации, когда, я так считаю, я просто идейный, в отличие от маркетологов, которые все это превращают в сухой бизнес. Я считаю, что не должно быть ситуации, когда человек, который не имеет возможности вкладывать деньги,
имеет 100% проигрыш. Вот такой ситуации не должно быть. Это должно быть очень сложно, он должен собрать группу из 50 человек, они должны там вместе ковать 2 месяца этот меч, но потом он должен взять этот меч в руки и отрубить голову этому парню, который вложил 30 тысяч долларов. Да, вот так вот идеальный баланс. Либо время, либо деньги. Как-то так. Как скоро может потребоваться времени, я повторяю, может потребоваться время для реализации одной вот таковой игры? Вот, допустим, сколько должно пройти времени между этапом разработки стратегии и продвижением ее вот, целевую группу? Я вообще работаю с проектами, которые все называют вечные беты. Я вообще в принципе не делаю релизов, потому что я не понимаю, зачем это делать в игре, которая может годами приносить доходы. Поэтому большой вопрос, насколько вы изначально закладываетесь в технологичность своего проекта. Если вы себя воспринимаете как завод по производству игр и можете реюзать арт, можете реюзать код, то тогда каждый следующий проект будет занимать меньше времени. Если вы все делаете на костылях, и для вас самое главное это сроки в течение там, 2 месяцев запустить пилотную версию, а потом переделаем, то тогда надо запускать в 2 месяца, а потом переделаем. Ну, то есть тут вопрос подхода. Просто у меня подход на реюз. Я считаю, что все, что мы делаем, должно в будущем использоваться. Поэтому весь код, который мы делаем, все картинки, которые мы рисуем, мы используем максимальное количество раз. Обычно 6 месяцев. То есть, ну, это моя статистика. У кого как, у меня на браузерку уходит 6 месяцев. Это от пустого документа и до проекта, в котором хотя бы 1000 в онлайне. Вот какая-то такая цифра получилась. Я не знаю, у кого как. У меня полгода. Потом еще обычно там несколько лет она еще приносит доход. У меня из моих проектов пока ничего не закрыли. Хотим сейчас Тетрис на раздевание закрыть, но это совсем странная игра. Есть ли опыт с биржами персонажей, как они влияют на монетизацию и на комьюнити пользователей? Вы имеете в виду черный рынок? Нет, я имею в виду официальный рынок, когда владельцы игры продают стандартных персонажей некоторого уровня. То есть, когда вы экономите время, там, например, в среднем пользователь за 3 месяца добывает там 5 уровня или там 20 уровня с такими-то показателями, когда продается базовый продвинутый персонаж. Ну, если персонаж это контент, и этот контент можно продавать, почему бы нет? Мы, например, продаем образы. Ну, то есть, вот этот вот веселый персонаж, который был, это как раз, ну, вот этот вот старенький дедушка с монетками, это как раз образ. То есть человек может примерить на себя любой образ, который хочет. Если это не предмет, а целый персонаж, я думаю, что это нормально. Почему нет? А если это как в World of Tanks, танк, который там качается, грубо говоря, полгода? Ну, мы же должны понимать, что феномен World of Tanks заключается в том, что они научили играть охранников. Ну, то есть, как и КГБшников. Я просто, как бы понимаете, вот те игры, которые я делаю, там мечи, эльфы, там драконы и голову отрубают. И когда охранник приезжает домой к жене, ему просто стыдно в такое играть. Ну, то есть, на самом деле это так. А когда он приезжает домой, загружает игру про танчики, там садится у какого-нибудь хорошего калибра и начинает там мочить своих врагов, которых вспоминает периодически, это нормально. У меня, кстати, есть игрушка одна в бэкграунде, в которой мы сначала хотели делать ралли и делать игру для ГАИ, для тестовых, я не помню, как это называется, это типа виртуальная сдача прав. Все провалилось, и я из этого сделал жесткое ПВП. В итоге закатал все это дело в танки. Проект называется drive.ml.ru, он сейчас уже сдулся, там конверсия была совершенно сумасшедшая. Но народу понравилась история, что давить кравчук, дави их гусеницами, им прямо очень это нравится. В танках есть смысл, факт. Но просто я не про эту тему, я не эксперт. Мне нравится меч большой там. Я просто забил на это. Ну, вот прям, я не понимаю, как можно делать игру для ГАИ просто. У меня была такая задача, сделай игру для ГАИ. Я так примерился. Во-первых, я ГАИ не очень люблю. А во-вторых, как бы еще и игру для них делать так, чтобы она была интересна, еще и во флеше, еще и с конкурентным геймплеем, а там лаги, короче. Гораздо проще берешь танчик, вставляешь туда снарядик, добавляешь туда золотых снарядиков, один выстрел, 1 рубль, отлично прет.
Я с 200 онлайн 60 тысяч долларов в месяц сделал. I think we need have time for one more question. Okay. И еще хотелось бы задать такой вопрос насчет торговли внутренними ресурсами. Ну, известно, что во многих играх, где есть какой-то рынок, есть такой факт, что игроки за реальные деньги продают друг другу то же самое золото, те же самые алмазы, ну или персонажей собственных. Насколько это влияет на доходы собственника игры? Ну, в первую очередь, если у вас на продукте черный рынок присутствует, это показатель успеха продукта. То есть с этим можно поздравить. Как только у вас пользователи продают друг другу что-то в игре за реальные деньги, это значит, они это ценят. Дальше вопрос легализации. То есть насколько вы в этом плане хитры, сделать так, что они платят не друг другу, а вам, это вот как раз из области вопроса про персонажа на самом-то деле. То есть история, когда разработчики продают готовых персонажей, это как раз одна из мер по пресечению передачи аккаунта третьим лицам. Ну, то есть это надо просто понимать, и как бы большой вопрос, насколько вам это надо. Обычно это примерно 1% дохода. Ну, то есть бороться за 1% нет. А вот если вы сделаете из своей игры бизнес, в который человек может вложить денег, а потом денег из этой игры вывести, например, даже пусть продав этот персонаж, которого он там полгода качал, другому человеку за там $2000, то тогда люди будут вкладывать и играть. Ну, то есть мы его поощряем. То есть мы с ним не боремся никак. Наоборот, делаем специальный контент для того, чтобы они там друг с другом обсуждали в офлайне, о, такое кольцо сделали, давай я у тебя его куплю. Окей. Потом мы его выкладываем в системный магазин за $2000, а они там 18 этих колец покупают. Прекрасно. Thank you very much, Roman. Спасибо большое. Я считаю, что вот молодой человек с длинными черными волосами заслужил волшебный блокнот Moleskine. Спасибо большое за вопросы. Это очень приятно отвечать на умные вопросы. Всем спасибо.